называется Саманный. Здесь бульдозерис отдыхает и Сергей Пупков с собаками. У Сергея своя машина, такси 555. О, он как раз на прогулку ведет их, собачки. Это надо любить очень свое дело, чтобы вот так с тремя. Я даже с двумя никогда не ходил. Нет у меня опыта такого. Вот они пришли, а тут верный. Рядом. Сидеть. Хорошо. 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 Так, рядом. Вот этот средний какой породы, говоришь? Родезийский риджбек, метис. И погромче такой. Скажи. Родезийский риджбек. А что такое? Ну, собака выводилась для охоты на львов. Это Шариков помощник был. Ты Шариков-то умер, знаешь? Толоконников Владимир. Вот умер только что. 73 года жил. Владимир Алексеевич. О, это вы куда ходите-то утром? Вот туда, прямо. Прямо туда дальше, да? Да, да. Туда, к Рыжковскому пруду? Ну, не доходя, там, да. Нету. Вот у меня белая это болеет, не вздыхает ничего. Сейчас рассмотрели. Ее какая-то собака догнала и сзади жавнула. И прокусила зад, там все у нее не движется. И не оправиться не может. Все облезло. Они воюют. А вот я когда в Уссурийском крае там и шли, до Курагана, на шаг не оставлял, со мной спал. Потому что тигры, там, уссурийский тигр-то, 330 килограмм-то. Вот, о, как смотрят. Ну, сравнивать не приходится. Красота какая. Вот они как. Верный, рядом. Видал, что делает? Тусует их, как карты в колоде. Ну, Сергей. Граф, рядом. Рядом. А эта там черненькая около тебя, щеп... откуда она взялась? Это скорчено. Мы когда с Витей были, ну-ну-ну. Подъехали к магазину. Ну и женщина-продавец выходит, говорит, а вы что, дрессировкой занимаетесь? Я говорю, да. А нам надо вот собачку выдрессировать. Да как ты могла доверить? Ты бы уехал и с собакой вместе никогда не приедешь. Кто-то должен был за тебя походатайствовать. Ну там был Миша Никитин, Витя Савченко. А, вон как. Рядом. Это хозяин. Ну-ка маленько остановись, а то я далеко ухожу от своей базы. Сидеть. Тихо. Ага. Это Миша Никитин, у которого работает. Да. Хозяин. Вот это его собака-то. Так ты дрессировал, помнится, тогда главе администрации? Участковому. Участковому? Да. Афонин. А как его фамилия? Не Афонин? Афонин, да. Да. Ну, он доволен остался? Я ему как раз сказал, что я Афонин дрессировал, а он, это, хозяин этой собаки, говорит, да, я видел ту собаку, говорит, очень хорошо, хорошо выдрессированная. Ага. И он мне эту отдал. Ну, это любовь. Тут без любви даже близко не подойдешь так. Я держал собак, занимался в уголовном розыске, но это одна. А чтобы чужие вот так брать, у меня нулевой опыт. О, глядят, как они. А это верному, Вова, оботри там, вот, они сжирают ему глаза. А этот сердитый. Смотри, как он смотрит. А этот веслоухий-то. Ну, все собаки, конечно, хороши, но в Англии, говорят, конкурс был. Самые умные оказались немецкая, восточноевропейская, это чуть побольше немецкой. Самые умные по интеллекту. Сиди. Ну, с Богом. С Богом. Сергей Павлович, кинолог профессиональный. Собака-чемпион России. Это уже говорит, сколько он учил их. И все время призы берет. Вот он трёх. Как-то я посмотрел, он набирает в городе. И они у него там в доме живут, он с ними занимается. За один час, сколько там цена, обговорено все. И вот он 5 собак положил, все они как мертвые лежат. И рядом кота, у него кот был рыжий, и кота положил. И на боку все лежат. Я то ли поколотил ты их, нет. Это собаки когда-то выли в житиях святых, и они те великие-то. И он еще их не стал учить, а всех переколотил и все на этом. Вот они, наши собираются.
Виктор подходит, а там бульдозерист садится. Сейчас развернуться, и я сяду. Нас увозят Роман на второй мостик. Там дождь был, там не протянешь. Давай сюда, давай. Вот так. Сегодня бульдозериста кормит Нина Васильевна Шадрина, родная сестра моей Надежды. Вот так.